Всем привет! Сегодня с вами ЦСКА Юниор, и мы подготовили список вопросов, благодаря которым мы выясним, кто из моих одноклубников круче, Николай Нацвилишвили или Николай Садиков. Начнем. Я понял. Итак, начнем. Начнем с вопроса, я думаю, все знают ответ, но надо начать. Кто дальше переодевается в раздевалке после тренировки? Ну, это очевидно. Ну, я часа два переодеваюсь. Я ночью в раздевалке. Посидеть у нас туда. Посидеть и погрустить. Продолжим тему раздевалки, так сказать, внутрянку. Кто у нас лучше всех поет в душе? Пока что Николай лидирует. Честно признаюсь, я тоже люблю с Колей попеть. А ты можешь напеть свою любимую песню? Нет. Это не для камер. Ладно, ладно. Перейдем немного к баскетболу все-таки. Кто из вас лучше бросает трешки? Мнения разделились. Потом выясним. Если левый бросает, то, конечно, Николай Нацвилишвили, да? И правый бросать тоже, я считаю. Нет, правый нет. Ну, мы выясним, мы еще посмотрим. Сезон впереди, чувак. Так, заработать для команды 2, а в ответ в лицо в быстром отрыве. Вот так вот Николай Садиков для себя набирает. Какие будет реализовывать? Нацвилишвили с трехи. Бам! Еще одна точная трешка. Продолжим. Вот если у нас на игре удаляют тренера, кто, скорее всего, его заменит? Ну, туда. Ну, тут капитан. Капитан. Я соглашусь с ребятами, на самом деле. Кто, скорее всего, снимет ТикТок с Валей Карнавал? Николай, наш фанат. Валя, если что, пиши. Я люблю, ненавижу, у меня срывает крышу. Кто из нас, скорее всего, вступит в аниме-секту? Ну, тут один потерялся просто. Я думаю, что это Тима Радл. Мы все согласимся. А можно подозвать человека, нет? Назад, я думаю, ну, нельзя, но у нас есть в команде парни, которые любят ставку аниме. Ставку сделать просто. Не секрет, что у нас есть общий чат. Кто чаще присылает мемы? Николай. Николай. Меня досвойство было команде. Поднять! Николай нас любит поднимать мотивацию, поэтому мы всегда играем на высшем уровне. У кого есть архивное видео на Ютубе с выступлением? Архивное. Даже я знаю. Ну, у меня есть, но трубочист. Не я там лет 9 играю на флейте. Маленький. Коля у нас на экран. Даю экзамен. Кто не смешно шутит? Все единогласно. Кто из вас, скорее всего, решится на улице подойти к девушке познакомиться? Ну, вообще, но мы заняты. Мы немножко заняты, блин, да. Ну, вопрос... я думаю, не я. Не я. Кому тренер доверит бросок на последней секунде? Решающий бросок. Я знаю. Не, ну, если из-под кольца левой рукой, то как бы вот отсюда я. Возможный шанс на овертайм. Нацвилишвили в сторону кольца! Нацвилишвили! Николай! Ну да, если я бы поспорил. Если команда наша попала в опасность, кому из вас, скорее всего, позвонят решить вопрос? Так сказать, подъехать. Странная СНГ мне, а в Москве Николаю. Кто лучше ставит сверху? Я думаю, да. Николай. Покрупнее чуть-чуть человечек будет. Данкер. Самый крупный в команде. Отсылка небольшая. Самара 2. Кто эмоциональнее во время матча? У Коли есть ситуация. Ему лучше быть спокойнее. Кто из вас больше читает? Ну, книжки я имею в виду. Никто? Ну, в последнее время мне, кстати, начали этот привлекать. Я скажу, потому что я редко читаю. Я начал. Надо читать, парни, становиться образованным. Я читаю только игру на площадке. Я начал читать, потому что 18 лет. Браво, Николай, браво. Ну, первый номер должен читать. Кому из вас больше везет по жизни? Лаки, чувак, у вас. Карму, чтобы не портить? Да. А то вдруг не повезет. Ладно, я думаю, надо все-таки спросить, кто из вас лучше бросает штрафные, парни? До свидания. Все. Понятно. Ну, собственно, будем тренироваться. Сегодня с вами были ЦСКА Юниор. Мы выясняли, кто из моих одноклубников круче.
это все-таки решать вам. Всем спасибо, еще увидимся в сезоне. Всем пока. До встречи, друзья.